Древняя порча снова была остановлена. Сделать больше означало бы нарушить баланс, но мы знали, что нужно бдить, чтобы распад не начался вновь. Ни молотам, ни язычникам нельзя ни доверять, ни вмешиваться в их дела. Летописи хранителей. У меня осталась часть денег, вырученных от продажи рога, так что, похоже, настало время вложить их в какие-то новые инструменты. Фаргус один из немногих торговцев, рискующих иметь связи с такими свободными художниками, как я, и цены его круты. Но другой вариант позволит одному из таких называемых городских смотрителей отдавать мне приказы и забирать часть моей прибыли. Они долго нажимали на меня, чтобы я присоединился к какой-нибудь из их шая. Возможно, до них дойдет, и они отстанут, но более вероятно, что посыплются угрозы. Ничего такого, с чем я не справлюсь, если буду осторожен и удачлив. И моя удача, похоже, наконец повернулась ко мне лицом. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем проходить легендарного вора. Итак, мы прошли с вами эти усыпальницы, прям атмосферная была, локация. Вот, убили немало на нее серий. Итак, теперь, смотри, у нас появились отмычки. Эти инструменты позволяют тебе открыть большинство замков без лишних усилий. Цена 4000 за пару. О, ну, они у нас есть, если что. Вот, поэтому 4000 тратить не буду. Гаррет прав, да, у этого Фаргуса крутые цены, конечно. Окей. Так, что нам нужно? Инструкции по отмычкам у нас есть. Окей. Я так понял, что за нами теперь охотятся, что ли, какие-то наемные убийцы, потому что вот у нас задание, да, называется «Наемные убийцы». Вот. Сложность эксперта, задание «Обчистить храм молотов по меньшей мере на 1000 монет». Не так уж много, но... Так, не убивай никого. 1000 монет не так уж много, но я не знаю, как, сколько там вообще всего будет. Вот. Так что попробуем. Заданий, в принципе, немного. Чисто обчистить храм, короче, молотов. Вот, карта. Что у нас по карте? Карта у нас тоже одна всего. Старый квартал, нижний город, новый рынок, верхний город, дом какой-то. Это у нас что? Это у нас река, наверное, какая-то. Это тоже, наверное, какая-то река. Ну окей, ладно, разберемся. Так, что нам нужно? Нам по-любому нужно будет водяные стрелы. Это по-любасу. Мы берем все. Так, маховая стрела, я не знаю. У нас есть две. Ну давай возьмем, допустим, еще парочку, да? Огненные стрелы. В принципе, нафиг они нужны. Да? Да. Я думаю, не буду их брать. Вот. Если они будут нужны, то по-любому игра нам подкинет их. Вот. Ну и в принципе все. У нас останется еще 1650. В принципе, нормально. Ну давайте начнем, посмотрим, что это такое. Стреляй в смысле? В меня. Да, я уверен. Я видел, как он выпал из окна. Он мертв. Пошли. Из окна? Похоже, их послали убить меня. Мне нужно позаботиться, чтобы меня не заметили. Так, ладно, давайте воспользуемся моментом и заберем тут все. Ни хрена себе такое резкое начало. Чувака просто закокошили. Так. Окей. Моя голова бурика. Так, окей, ладно, я понял. Нам надо проследить, да, получается? За чуваками. Обчистить храм молотов. Смотри, провалено. В смысле? Следуйте за громилами, что пытались тебя прикончить, но сделай это так, чтобы тебя не обнаружили. Так, ладно, а куда они? Они сюда пошли или в ту сторону? Погоди-ка. Громилы. Ёпти. Ёпти мать. Все провалено. Окей. Так, ладно. Ладно. В смысле, опять по новой все покупать? Вы что, издеваетесь, что ли? Так. Не, ну-ка. Загрузить. Последнее сохранение. Вот так.
Все, здесь я все забрал, да? Получается. Погнали. Так, главное не сильно высунуться, потому что там, я так понял, чувак это... О, высматривает там. И... Вот вам, чисто. Бляха, я бы дверь ту проверил, но... Мне нельзя их потерять из виду, я так понял. Бляха. Погоди. Охрененный из меня просто стелсер, я просто ору с этого. Так, окей. Наверное, маховая стрела нам понадобится. Откуда у меня огненная стрела, я что-то не понял. Оп. Так, ништяк. Надеюсь, он сейчас не повернется сюда. Тихо. А ты меня не сдашь, нет? Так, просто ветер, хорошо. Гоня. Столько, смотри, дверей. Было бы, блин. Так, тихо. Окей, нормуль. Такие просто. Два шкита, и тут просто два гопника. Тихо. Все, иди, никто не следит. Красавчик. Красавчик! Но обычные жители, походу... Тихо, тихо, тихо. Бляха, а здесь железная, смотри. Тихо, аккуратно. Тут надо быстро все переключаться, короче. Смотрит. Высматривает. Ну что ты высматриваешь? Ты иди давай. Тихо, тихо, тихо. Но я в тени. Он не должен меня увидеть. Все, красавчик. Куда же вы меня приведете? Да ёпти мать, ну! Нет. Нет здесь никого, уйди. Ништяк. Ничего, ничего. Уйди, я сказал. О. Как вы послушный. Смотри, снова такой этот фонарь. Фонарь агрегат. Тихо. Хорошо, есть тени, а? Дамочка. Или это. Я не знаю, это женщина или мужчина вообще прошел сейчас. Ебти мать! Тихо. Что не так резко? Резко. В смысле нашел меня? Нет меня! Уйди! Говнюк, а? Тихо. Туда. Хлоп. Смотри, а сейчас он не смотрит. А сейчас он не повернулся ко мне. В смысле, я ж в тени стою. Фу, он все равно хоть не заметил. Все, все, ничего, ничего. Все нормуль.
Говнюка. Красавчик. Нет никого, бляха. Во-во. Ты что делаешь-то, Гаррет? Я думал, ты перепрыгнешь. Так, а куда они ушли? Погоди-ка. О, идут. А можно там проплыть? Нет? Там решетка, по-моему. И уходят. Так. Иди. Молодец. Молодец. Я думаю, они должны привести меня в храм, скорее всего. К этим. К молотам. Хотя это же не молоты. Ну, или кто там нанял-то их? Молоты их наняли? На этих убийц наемных. Похоже, это ребята Рамиреса. Ну что ж, придется разобраться с ними раз и навсегда. Рамирес? Кто такой Рамирес? Кто такой Рамирес и где оно живет? Так, ого. Следуйте за Рамиресами, ага. Так, пришло время показать Рамиресу, кто здесь настоящий криминальный авторитет. Проникните в его поместье и заберите то, что он ценит превыше всего. Его денежки, кошелек у него на поясе отлично подойдет. Набери в особняке добычи до, по меньшей мере уже 2000, смотри. Так вот, да, переигралось, короче, это задание. Так, а найди его драгоценную серебряную кочергу. Она стоит приличных денег. Выберись из поместья, никого не убивай. Жесть. Понятно. Смотри, у меня карта обновилась. Ладно. Ну окей. Рамирес так Рамирес. Нам-то, в принципе, без разницы, кого грабить-то. Да? Смотри, буква R на барабане. Так, эта штука, она... Ярик сказал мне, что у него есть один молот. Хочу купить его. Какой ты крутой. Куда ты его денешь? Я уж думал. Помнишь, как раньше было? Сейчас все уже не так. Я скажу. Сейчас многие парни мечтают о прошлых деньгах. Посмотри туда. Посмотри туда. Какой ты крутой. Посмотри туда. Так, ладно. Перевод вообще огонь. Один пошел туда, один пошел сюда. Это что у нас? Оно шумит или не шумит, вот этот пол? Это получается главный вход, скорее всего, да? Так, ну здесь, наверное, надо будет сейчас сделать вот так. Лоп. Что это? И с этой стороны. Лоп. Просто ветер, а? Да-да. Да-да. Просто ветер. А ну иди сюда, тухло. Чего? Хуй я тебе трухло, слышь, ты за базаром-то следи. Не волнуйся, я тебя найду. Да, а почему ты идешь-то опять ко мне? Стой! Говнюка. Так, ладно. Выходи драться. Не пойду я с тобой драться никуда. Так, мне надо спрятаться, он сейчас сюда пойдет, в мою сторону. Здесь лучников-то никаких. Бляха. И там чувак идет, ну что за засада-то? Повернись, дерись как мужчина, трус. Собака.
Ага! Упади! Ну уже давай! Так, надо что-то другое менять. Менять тактику. Там еще один. Все, уходи. Молодец, красавчик. Молодец. Да, именно. Именно просто ветер. Надо вот эти, короче, факелы их тоже затушить. Все, отлично. Так потемнее будет. Так, а с этой стороны-то чувак не пойдет, нет? Надо еще лучника там загасить. Минус один. Минус один. Он как раз в тени лежит. Вот вернись, а! Че подглядываешь-то? Подглядывает, стоит. Красавчик. Я сейчас сделаю вот так. Здесь камер-то нет. Оп. В смысле ключ? Так. У нас, кстати, еще надо будет почитать, как отмычками пользоваться. Так, ладно, давай этого. Что это? Кто там? Нет здесь никого. Хотя лучник стоит. Много копий выбил с утра, теперь мерещится. Да-да. Хотя лучник стоит и это, он никуда не ходит, пускай он стоит, короче. Эй, кто там ходит? Заманал. Я сейчас проверю вот здесь. Тут же еще один. Тихо, тихо, тихо. Еще один лучник. Ну хорошо, придурок. Я найду тебя. Ты что, сюда пошел? Бляха, вот ублюдок, а. Собака сюда бежит. Ну давай. Сюда. Ну, ты сюда иди. И давай. Молодец, молодец. Давай. Кто идет? Кто там шумит? Бляха, он там не один. Можно тут? На, жалей, задрали. Что ж вы такие все приставучие-то? Зачем я это сделал сейчас? Знаешь, поднять, короче, и действие. Ой, ну и использование предметов одна и та же кнопка. Так, ладно. Все, отдыхай. Отдыхайте. И ты тоже сюда. Так, ну что, в принципе, здесь-то можно здесь сейчас посмотреть еще. Здесь-то все, наверное, да? Здесь больше лучников нет. Глянем. Ля, ты посмотри. Ходол. Ну, входить, я думаю, будем все равно через... Закрыто. Через этот, через... Двое! Трое! Ну, нахер.
Ну, входить, короче, будем все равно через главный вход, я думаю. Че, мы зря там очищали, что ли? Надо почитать еще этот. Ну, давай, пока стоим, короче, здесь в стене, надо почитать по отмычкам, че. Так, руководство по использованию отмычек. Чтобы воспользоваться отмычкой, вставьте ее в замок закрытой двери и удерживайте несколько секунд. Ну, окей, ладно. Ручка двери начнет медленно поворачиваться в сторону открытия. И вы будете слышать непрерывные щелчки до тех пор, пока ручка не повернется до конца и дверь не откроется. А если услышите только один короткий щелчок, попробуйте другую отмычку. Если рука повернется не до конца, ручка повернется не до конца, надо поменять отмычку и продолжить взламывать дверь. Возможно, потребуется менять отмычки несколько раз. Если ни одна из отмычек не подходит, значит замок нельзя взломать, и следует найти ключ. Помните, когда вы открываете дверь при помощи отмычек, вы должны находиться как можно ближе к двери. Ближе, чем когда вы открываете запертую дверь. Ой, не запертую дверь. Ну, короче, не суть. Окей. Будем испробовать. Будем пробовать и испробовать. Так, ладно. Все, я в доме. Тут, кстати, по-моему, ходит, да? Главное, чтобы здесь не было этих камер. Раз. Я говорю, не зря водяные стрелы взяли. Потому что они очень-очень пригодятся, я думаю. Окей. Так, мы с вами... Почему второй этаж? Я что, на втором этаже? Первый этаж? Что-то не понимаю. Вот вход. Почему я на втором этаже-то? Я же на первом этаже. Какого хрена? Вход. Как я со входа попал сразу на второй этаж? Кто-нибудь подскажет, нет? Второй этаж — это же вот второй этаж. Так, окей. Ладно. Давай-ка испробуем отмычку тогда. Как это работает? Так, погоди. А, подержать, да? Неплохо. О! Это что такое? Мина? Неплохо. Так, это двери оставляю открытыми, которые, где я был. Что у нас здесь? Это взрывчатые эти штуки. Смотри, я могу вот так вот сюда перепрыгнуть, могу вот здесь еще залезть. А в смысле? Да откройся. Вот это я удачно открыл. Ты посмотри. Ты посмотри. Я на втором этаже. Я на втором этаже. Так. Нет, я хочу по порядку, как мы обычно делаем. Так. Так. Так, еще вот эту дверь сейчас взломаем, посмотрим. Она открыта. Еще лестница что-то наверх. Ну, я понимаю, куда это ведет, в принципе. Так, где я нахожусь? Ну, давай здесь посмотрим. Это типа первый этаж. Что-то я вообще карту не понимаю. Главный вход.
А вот и наш лучник второй. Тихо. Все, отдыхай, малыш. Ну, сюда его. Ну, в принципе, опять главный вход. Короче, я не знаю, карта что-то путает. Непонятно как. Пойдем через главный вход. Я не знаю, считать будем, что это первый этаж, потому что, ну, это первый этаж. Как может быть главный вход, ну, вот, прям вот, второй этаж? Непонятно. Окей. Ну, и на этом давайте сохранимся. Вот, видос подошел к концу. Первый этаж начнем обыскивать. Следующий. Тихо. Кто идет? Давайте сюда встанем. Первый этаж начнем обыскивать уже в следующей серии. Вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.